Всем привет, друзья! Опять мы в этих глухих местах. Сейчас будем пробовать подготовить у вас Вити на завтрашний оффроуд. Не знаю, конечно, как нам это удастся. Там, ну, завести, отрегулировать карбюратор. Макс приехал, поможет сейчас. Вот тормозов там почти нету. Ну, не почти, а нету вообще. Вот это под вопросом. Ну, что-то будем пробовать сейчас. Сегодня столпотворение серьезное. Ого, расчищаю, тут что-то будет. Такой движ. Макс уже в стадии запуска. Грязновато тут как-то. Так, друзья, я уже внутри. Макс уже установил замок зажигания. Я вернулся. Что-то забыли мы взять. А зачем я возвращался? А, Витя там надо было для Пассата. Ну, не уверен. Ну, налей куда-то. Брызгни просто на... Не-не, это масло, это не DOT-4. Надо искать тормозуху. Витя говорил, что-то с педалью проблемы. Блин, нижние педали, друзья, посмотрите, как все тут оригинально очень выглядит. Сиденье Витя переживал на завтра. Говорю, ну на завтра закрепим, да съездим, а там решим потом. Наоборот, экзотика. В общем, что еще я хотел сказать. Замок зажигания установлен. Смотрите, новый. Макс говорит, уже все тут работает. Витя говорил, что-то с педалями. С педалями все в порядке. Макс хочет сейчас просто прокачать тормоза. Что еще? Ну и будем сейчас запускаться. Витя должен подъехать, еще работает он. Аккумулятор вот здесь будет стоять. Да. Нашел Макс тормозуху. А где там главный? Внизу, да? Да, да. Для нижних педалей. Как в 69-м, да? Да, да? Ты прикинь, какая машина четкая. Слышишь, вообще еще из старых запасов. Так, а как прокачивать? Колеса вывернем? Надо задних. Смотри, какая гитара тут, слышишь? Это камазовская, типа, или как она называется? Ага. Да? Ну, да. Так сразу и не заметишь весь. Что надо? Антураж, да? Да, весь антураж. Надо залазить сзади и откручивать вот... Блин, я взял 9, 10, 11. Так, может, там на 12. Что откручивать? Да в этом, в тормозной. Жди. Так, сейчас решили на какую-то более-менее ровную поверхность. Так, блин, наверное, на передаче. Да, да, что-то он выключил. Не шевелится. Подожди, давай двумя руками. Это он вообще не двигается. Я уперся спиной в забор. Тормозит. Да, тормозит хорошо. Кузов входит, надо. Не прикручен, да? Не прикручен. Ёлки-палки. Еще хозяин старый говорил, что нужно... Так, бензобак есть, смотри. Запаска есть, второй номер есть. Тент, подожди, давай расчехлимся. На крышу. Так, бензобак еще не установлен. Но запаска хорошо, что есть. Посмотри, какой он красавчик тут внутри. Ага, поваренный. Поваренный. Так, один болт стоит, второго болта нет. Болты, болты может в дверях где-то. Хозяин говорил, что даст болты, ну, может, забыли. Да он много чего говорил, что даст. Ну да, говорил. О, глянь, с датчиком даже. Это какой, левый, правый? Или, не знаю, у меня... Думаю, что левый. Не знаю, у меня же, говорю, уже был у вас сразу с другим баком. Ну ладно, думаю, давай с тормозами или давай я аккумулятор принесу. Давай. Макс, а что вот это? Какой-то напиток тут стоял. Свеча лежит.
Такой-то напиток вот на капоте. Что это такое? Летел, говорит, смотрел сторис, говорит, кто-то с утра забыл? Подложил. Подложил, да? А вон хомут, хомут забери. Аккумулятор. На Land Rover мы взяли, но придется пока сюда поставить. Так. А, неправильно подключил к замку? Да-да, ну, оно что, мне понятно. Ну да. Такая тут экзотическая ручка. Но больше всего мне нравится в старых УАЗах, ну, это ладно, вот замки родные. 7-8 ручек. С энергией Макса, конечно, он... Ему завести машину какую-то неживую, это просто... Это его тема, вот он аж горит просто же... Побежал. Уже сколько он тут движения сделал за 20 минут. Вы себе не можете представить. И тормозуху залил, и то поставил, то подключил. Сейчас переподключить надо замочек. Там не угадал, он без аккумулятора подключал. Так, и будем пробовать заводить. Это сразу, чтобы откручивать. Что откручивать? Сразу, чтобы откручивать. Тормоза? Да. Ну там надо лезть под низ. Сейчас там давай. Сверху за колесом ты не сможешь? Ну сейчас просто посмотрим. Но все равно на колени встать надо. Да не. Можно напрячь. Или этот у вас не поставит нас на колени, ты хочешь сказать? Тут надо болтики на М10, чтобы сюда, чтобы эту прикрутить. А у меня вот такие резинки дома лежат. Прикинь? Какие? Вот, а. Вот эти, вот да, эти. Да, все лежит, да? Да. Главный Макс говорит новый. Я говорю, может и тормоза будут. Ну да, тут так поварено специфично немножко. В принципе, для этого типа автомобиля вполне приемлемо, да? Первый тест. А ну, стартер попробуй. Так он тупо заводится. Подсос включил? Давай, садись. Да нету этого. А, бензина нету. Бензина, наверное, нет. Ё-моё. Ну все, работает. Починили? Да, давай тогда вот так немного. На стартере? А, стоп. Что-то не включил. Давай, я буду помогать толкать. Сейчас. Макс хочет на передаче. Да. На понижайке. Не включил. Первую, первую надо включить. Ты что-то рычаги одни. Не, включил. Чё? Да нет. Включил? Давай еще. Йоханы бабай, тут вода потекла на голову. Почти. Это жесть. Да, были дожди на днях. Блин, ты, наверное, заднее сиденье намочил или нет? Ну теперь тут нам не очень. Вот они, новые. Нашел? Да, новые. Болты с подушками, кузов прикрутить. Все есть. Ну, люди ответственные, видите. В Полтаве ответственные. Спасибо, полтавчане. За этот прекрасный УАЗ. Все. Ты море тут устроил. Теперь надо ехать не чуть-чуть, а туда к воротам едь, Макс. Садись за руль. За руль садись, давай я капот опущу. Вот они первые шаги. Рули, рули. Право руль. Витя говорит, у вас не на ходу, блин, елки-палки, у вас вообще бомба. Хорош! Хорош! Вот и все, у вас уже на ходу. Просто красавица, не машина. Руслан. 8, 9, 10 и 12. Нет, и две только дал одна перед... Одна на ключ. Так. 10. Подходит? Да подожди тут, блин. Так видно все. Сейчас померяем, что тут подходит. Прокачаем, может. Трубка не прикручена. Макс говорит, хозяин бывший этого УАЗа выставил уже. Блин, ты мониторит, Макс мониторит, короче, продажу
всех УАЗов, запчастей. Так, а тут и всех, тут тоже вон она в воздухе. Ага. Говорит, выставил на продажу цилиндрики новые. Короче. Может, новые тоже стоят. Что тут парами, давайте посмотрим. Ну, целенькая, нетронутая. Угу. Чуть-чуть с налетом ржавчины, но целая вроде. Хорошая рама. Хорошая машина. Ну, хорошо, а здесь что мы придумаем? Здесь... А здесь вообще что-то... Что-то придумали не то. Да тут бы заглушить зад, а спереди интересно. Давай посмотрим, что с трубками. Давай. Так, а выверни уже колесо, или так видно? Все, стоит, так должно стоять. Слышишь, короче, зад заглушить взять хотя бы, да? И сделать вперед нам бы на завтра бы хватило бы. Аккуратненько. А? Ну сзади ты налил, качал и не течет же, да? Ты качал педалью? Да нет, ну так пробовал. Так, вот тройник пошел, да, и не заглушен. Заглушены? Не, не заглушен. Мы можем просто болт пережать эту самую. Трубку. Можем ли так? Трубку портить не это, проще болт какой-то закрутить, заглушить. Или взять, или трубку старую взять, расклепать и закрутить туда, чтоб. Не, ну тут же она вон подходит. Не-не, нам надо в середину ее. Да я понял. Ну, тут же, болт имеешь в виду? Болт, тройник, там два болта закрутить или заглушку, короче, надо. Заглушку. Нам бы понять вперед рабочие тормоза, чтобы заниматься дальше. А, понять нам нельзя, пока не заглушим. Может, трубка где-то есть у Вити старая. От Запорожца подходит трубка, кстати, можно снять. Макс. Запорожцы такого же размера трубки. Вот советский автопром. Все взаимозаменяемое. Что там с баком? Нет крепления? В баке, а ты можешь показать бак внизу? Сейчас. Ну, с баком будет сложно, нету всего тут. Уже вечер, это если вчера мы начали, то... С трубкой надо с Запорожца снять пару трубок и заглушить их и закрутить, понял? То не проблема, то я понял, что делать. Что спереди, подключено вообще тормоза? Сейчас я тросик спидометра, он скручен. Да, тросик спидометра скручен. Рабочий. Ну то тоже нам сейчас не самое важное. Так, пока я здесь, могу эти подушки поставить? Да, что тебе давать? Антировочка. Какой датчик не подключен? К датчику типа подведено. А ну, Руслан, вот это вот. А ну попробуй сцепление поделать. Понажимать? Да, понажимать. Что-то она не работает, да? 13, 14. Клю? И этот самый. И ключик 13, 14. И плоскогубцы. Несу. С большим трудом удалось выполнить задание Макса. Найти все ключи. А что ты делаешь? Смотрите, он там что-то уже... Сцепление. Чинишь сцепление? Да, не, ну машинка интересная. И какая-то очень старая, судя по узлам, по педалям, да? Ага. Сразу после 69-го, наверное, шла. Ну, рама в идеале, слышишь, тут впереди особенно. Делали ж технику. И новые шины, обратите внимание, шины новые. Так, Макс говорит, сцепление работает или нет. Ну, пока непонятно. Что-то нажимается. Стой, а как понять? Как-то, стой. Как-то странновато чуть работает. Подожди, давай педали я выму. Ага. Вот так вынято. Макс, лежа под машиной, говорит... Дай мне плашку на М8. Ну тут хорошо есть соседи, добрые люди. Всегда могут помочь. Потому что у Вити там другие размеры. На! Есть? Да, другие размеры
плашек обычно в грузовиках. Тиски есть? Тиски? Блин, я боюсь, что следующее задание будет токарный станок, и я не смогу это выполнить. Тиски, говорит, а куда тебе тиски? Съемные? Быстросъемные какие-то? Блин, что-то он там... Что-то он крутит. Это... Я и так выполнил довольно сложное задание. Подожди. Это жестяк. Не, ну машина четкая, просто чуть-чуть бы больше времени и этих. И запчастей. Опа, что это такое? А, я понял тебя. Это сцепление шток, да, или что-то такое? Или просто, может, шпильку найти поменьше. Хотя нет. Тут, короче, надо с одной стороны сантиметр, и с другой... Прорезать? Да. Дорезать? Да, да. Там, да, если не катанная резьба, потому что если катан... А, или есть там куда резать, а ну давай. Макс говорит, сцепление сейчас починим. Я говорю, вдруг какой-то ты позе эмбриона, слышишь? Чинишь. Я говорю, вдруг не получится. Он говорит, получится. Ну, в принципе, я ему верю. Там есть какие-то на бак штуцер какой-то, которые сюда закручиваются? С резьбой типа тормозной трубки. Нету, нигде не висит, ничего не видно. Ну, видно, снимали, когда варили, все повырывали. Такой-то временный можно, но это не самое сложное из всего, что нам предстоит сделать. Причем очень быстро. Ну, Макс, Макс говорит, дорежь. Сейчас я пойду дорежу. Дорежь, говорит, сюда сантиметр и сюда сантиметр резьбы. Плашка есть, тиски. Где-то тут тоже, наверное, есть. И все получится. Да, тиски тут очень модные. Хорошие. Оригинальное. Сейчас мы дорежем. Это моя тема. Я в детстве был токарем. И кто смотрит наш канал, тот знает об этом. Уже говорил много раз. Так, друзья, сейчас. Сейчас. Дорежем по заданию Макса. Чтобы сделать сцепление, говорит. Немножко надо. Ну, немножко. Вообще не вопрос. Там все смазано хорошо, как уже вроде подготовлено. К нарезанию резьбы. Так, ну, думаю, сантиметр я по любасу уже тут нарезал. Вторую сторону. Сейчас то же самое и ставим. Что, коробка откручена? Так, люди добрые, пока тут Макс шпильки искал. Шпилька тут с одной стороны такая немного деформированная. Люди добрые опять дали шпильку. Новую. Сразу в размер мы ее отрезали. Что, подходит? Да, да. Ну, она точно такая, тоже восьмерочка, вся с резьбой. Макс уже ее прикрутил. Говорю, покажи новую шпильку, но уже ее увидеть сложно. Или вот этот кронштейн неправильно. Я попробовал посмотреть, но там заклепка. И никак ее, ну, как-то выбивать. Ну, так, наверное, педаль правильно. Если там, где заклепка, то... Или могли приклепать неправильно. Ну, если разбирали, да. Сцепление тест-драйв опять. А что, ты уже починил? Сцепление. О! Что-то работает, но с таким звуком хорошим. Музыкальное сцепление. Что, ты регулируешь еще? Подожди, я сяду. Давай. В кресло пилота. Блин, как-то страшно немножко. Ого. Слышь, тут надо подкачать ноги будет перед выездом. Там уже, наверное, согнул что-то. Отпустил. Что-то тут непросто пока. Главное, педаль газа работает. Тормоза. Тормоза пока не работают. Проваливаются наглухо. Так, Макс там. А ну стоп, 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 стоп.
Короче, надо две гайки на 15. Ой, на 12. М12? Да, М12, две гайки. И несколько шайб М12. Блин, а где их взять такие? Макс говорит, нашел две трубки. Да, это она нашла. Нашел две трубки новые. Не, одну новую, одну БУ. Тормозные. Немецкую. А немецкая подойдет к нашей машине? Конечно. Точно? Да. Ну давай, ну, немецкая. Оно, да? Да, то, давай чем-то проверим. Так, люди добрые опять спасли. Гайки нашли. Какие-то задания такие выполняем. Невыполнимые с первого взгляда. Ну хотя гайки просто, а вот плашку надо отдать. На. А что ты чинишь? Коробку прикручиваешь? На 19. На 19 сейчас принесу. На. Макс продолжает неравную борьбу с УАЗом, который не хочет ехать в болото. Но мы его заставим. Не уверен, что завтра, хотя сейчас посмотрим. Что-то туго как-то. Ого, ну отходит хорошо. Да? Но я могу делать легче, только угол немножко изменить. Ну попробуй, потому что немножко оно как-то неадекватно работает в плане очень жестко. Тут можно, тут, короче, три варианта изменения угла. Ну, машины ж делали, чтобы можно было ехать в Австралию. Макс там ведет неравную. А ну посмотри на меня, чтобы я тебя сфоткал. Есть. Вот я тут в дырке, там где кожух ты говорил. Где коробка передач в дырке? Есть. О, Макс тут. Блин, не успел чуть-чуть, вернись. Каркасик в оригинале. Тент жалко порван, но новый зато местами. Ну там можно латочку сделать и будет нормально. Кабрио главное. Первый у вас, видите, был кабрио. Четвертый тоже кабрио. А два было не кабрио. Что там у Макса, как обстановка? Надо пробуй, говорит. О! О, ну это уже можно двигаться будет. Вот сейчас полный выжим? Да, полный. Все, нормально. Нормально, фиксируй. Сцепление готово. Надо это самое, надо, конечно. Что? Оно рычагами или гидравликой? Рычагами. О, видите, какая надежная схема старая. Это в 69-м так тоже. Вон эти золотые руки крутят. Нам бы, конечно, вот голова. Эту самую, Руслан. Что? Нам бы... Что? Поменять. Блин, где она? Где-то, я тебя не вижу. Сейчас, секунду. Вот он. Нам бы поменять на более жесткий. Ну ладно, давай попробуем это. А ну попробуй, возвращается ли на исходную. Пробуй, Руслан. Ну практически да. Там какой-то мизер не возвращается. Не, нормально, Макс. И не жестко, и возвращается. Нормально. Все, контрагаю. Давай. Это все хорошо, тормоза и бензобак основное. Ну, сцепление тоже, без него никуда поехать сложно. Ну, плохо очень, короче. Тут что-то висит еще. Какие-то проводочки. Ну, сейчас день длинный. Ладно. То следующий этап. Печка так, под ногами. Ну возвращается, выжимается, да? Да, только там надо... Чуть как-то жестче чуть стало, ну. Болгаркой подточить немного. Так, идет. Я уже прикручиваю коробку. Макс говорит, прикручиваю коробку. Крутили ее давно, говорит. До конца не докрутили. Кто-то едет. Нет, это не Витя. Нет.
Макс, ты слышал чьи-то шаги? Мне показалось, что шел Витя по шагам, но не видно, его где-то прячется. Мне кажется, хочет укусить нас за ногу неожиданно, подкрасться. Ты не видел новую? А, это не, это твои, наверное, ноги шоргали. Я подумал, что это Витя. Кто-то, конечно, хотел этот УАЗ довести до хорошего состояния. И поварили, и мотор починили. И все было разобрано. Вот тут все новое выварено. Вон там сварочка. Ну и потом... Это все закончилось, как часто бывает. Макс коробку закрутил. Почти. Мой подход к добрым людям опять. Сейчас еще надо что-то. Гайку и гровер. Есть. Макс продолжает неравную борьбу с УАЗом. Какой-то шток головкой на 12 крутит. А что это за шток? Это чтобы закрутить. Стартер? Да, мешает. Стоп. Опять идем в службу спасения. А ты не подождал, да? Да, да, может не мой пока руки. Так, люди добрые опять спасли, короче, болты. БУ в хорошем состоянии, протестированные, говорят, есть. На, БУ в хорошем состоянии. Отлично. Да ты что? Так, Макс продолжает неравную борьбу со стартером. Я думаю, он победит тут точно. Осталось тормоза, карбюратор и бензобак. Ну, бензобак, смотрите, у нас выведен уже в салон. Шланг был подготовлен еще. При прошлом владельце, то есть, в принципе, только взять канистру побольше, ну, 10-литровая, я думаю. Так, какой шланг? А попробуй вот эта штука, что я принес, он накручивается в бензобак. Штуцер, а какой ты? А, сейчас попробую. Кстати, тормозная трубка тоже может быть унифицирована. С бензобаком. Сейчас мы новую возьмем. Это мы, Витя, делали еще на те УАЗы какие-то. Не, Витя. Ой, Макс, нет. Тут своя. Ну, было предсказуемо, в принципе. Тут своя. Так. Да. Ну, разве что ребят спросить что-то. Что-то сюда, может, у них что-то есть. Да не, надо. Так, идем опять по тому же маршруту спасения. Так, штуцер нам уже не поможет. Это тут надо баком заниматься. Отдельная история. Так что бак, как хотел Макс по-богатому, чтобы было все на своих местах. Сегодня это не основное. Не снял рихтовку. Макс провел рихтовочные работы. Педали, сцепление, смотрите, все. Тормоза потекли. Потекли, да? С обоих сторон, да. Ну все, глушим, контур глушим сейчас. Трубку просто замыкаем по кругу сзади. И все. Привет. Смотрите, кто появился в кадре. Это жесткий человек. Это жесткие тормоза потекли, как раз ты вовремя подъехал. Бензобак пытался, Макс, уже я уже подключил людей. Подключил людей, но тут, видишь, образовалось отверстие. Да не, короче. Сегодня бензобак будет временный, я думаю. Аккумулятор новый. Да, тут ты что? Сцепление уже работает, аккумулятор новый, короче. Сцепление и работало. Не. Да? Да. Ну плохо работало. Ну плохо, да. А сейчас уже хорошо. Поехали за пиццей съездим. Да какой пиццей? Давай быстро. Сейчас быстро. Так она уже возле ворот. Подключаем и едем это. Она возле ворот. А, ну тогда поехали. У меня голова уже болит. Поленился я объехать. Смотри, и попал во фроуд. Это жесть. Ух, какое шикарное место. Куда я? Правильно еду? Мне кажется, что... Да правильно, ты же по харду поехал на бэхе. По харду поехал сейчас, на бэхе. Может быть, у тебя получится еще заснять контент, как я гольф буду продавать. Да я понял.
Гольф. Это хорошо, главное вернуться туда, к УАЗу хотя бы хотелось бы. Я сейчас продам абонемент на гольф-брос. Блин, точно мы тут не застрянем? Не, ну здесь, ну, застревали люди серьезно, ну ты же там в оффроуде не первый день. Вперед назад раскачаешься. Штурман есть, да? Блокировочку подключишь, если что, пацаны залебедят. Ой, блин, все вроде спаслись. Все, можно с пола нажимать, пускай 3 литра раскроет свой потенциал. Да подожди, раскроет, там колесо сейчас останется в этой яме. Проходим мы яму? Ну, вроде все, да. Ух, полетело. БХ-7, подожди, тут потенциал есть. Может закончиться. Так, там Макс уже тормоза, наверное, починил, пока мы тут едем за едой. Вот, Витя заказал еду. Нормально. Точно? Да, это не все? Сумку достать, все равно выйти надо. А, елки, а мы думали, МакДрайв получится. Ну да, да. Так, МакДрайв получился все равно в любом случае с небольшим выходом наружу. Игорь Матага, слесарь. А вы что, сами варите? А мы хотели этот резкий контент заснять. Не подарите ли вы нам пару кадров? Пару кадров подарите. Как девушка варит сваркой. Ну, все равно интересно. Как девушка варит, никогда не видели. Да. Смотрите. Она еще не такое варит. Да? Да. Но вы, может, проедьте, там сзади машина стоит. Ладно, все, пока, спасибо. Такие дела тут происходят. Да тут вообще какое-то место просто страшное. Слушай, реально. Голова проходит моментально. Ты представляешь, вообще перестать. Посмотри, какой закат красивый на камеру. Да, лучше, чем глазами. Лучше, чем глазами. Samsung рулит. Идеально разруливает. Говорю, рулит. Голова проходит моментально. От голода у Вити болела голова. У меня тоже бывает, когда долго не ешь. Я говорю, целый день не ел. Че я на оффроуде кричу, давай покушаем. Блин, красивейший закат сегодня. Сейчас, если еще УАЗ поедет, я думаю, блин, ну Макс, я тебе передать не могу. Слышь, он так заряжен, чтобы оно завелось, ты понял? Я не успеваю. Я обожаю его целеустремленность. Да, я не успеваю ключи. Не, вот он именно, понимаешь, у него именно он заводится, когда вот надо что-то завести, короче, понял? Короче, ну вот новая будет, смотри, какая. Ёлки-палки, мы тут получили еду. Да? Блин, давай быстрее, я буду ехать, наверное, ускорюсь, где-то Макс уже тут на горизонте. Нет, короче, вам что хочу сказать, завтра вы с Максом, если вдруг все будет благоуспешно, поедете без меня. Да не, ну ты чё, ну, как без тебя? Надо завтра поехать в Рэву переставить, с учета на учет. Ой, блин, а что, нельзя в понедельник? Да, и так уже тянем до упора. Паркурсы, наверное, возле, вот так вот, оп, вот сюда взяли. Ага. Вот так? И так нормально. Вон запаска там. Так, качаем тормоза. Качай. Ну, чуть-чуть что-то. Держи. Держу. Качай. Держу. Качай. Держи. Что-то пока не очень. Подожди, я жидкости долью на всякий случай. А то трели не смогло на 10. Жидкость долили. Так, качаем минут 10 уже безостановочно. Ну что-то там появляется с трудом. Качай. Так, уже 57, ну, о, что-то появляется. Накачал, Макс. Так, друзья, что, все, тормоза получилось, качали долго, но педаль твердая, все, с первого качка, все класс. Тут закрывается дверь тормозная, все. Коврик? Коврик ставится. Так, это есть. Дальше, что мы хотели? Кузов прикрутить? Да не кузов, может, надо бензин и надо разобраться.
тем, чтобы она ехала для начала. Ну, Витя говорил, что работала, она ехала. Бензин нужен. Мы тогда тут бак точно не... Не, ну вот, не, бак тот точно, он с дыркой внизу. Ну, а что тогда? Печку вынимай. Опа, разобрал, елки. Макс разобрал печку мгновенно. Так, друзья, ну что? Все, сейчас, еще номер задний прикрутить. Тормоза пока сзади заглушили. Ну, так легче в быстром режиме восстановить это все. Никто летать не будет, будем потихоньку ехать. Так что завтра, точнее сейчас продолжим мы запуск. Завтра, я надеюсь, сможем поехать. Вот и бензобак я нашел. Маловатый, правда, но сейчас найдем больше. А еще замену масла нам надо сделать. Я фильтр взял, масло у Вити есть. Макс говорит, масло чистое, а ну покажи. Ну да, если мотор недавно собрали. Ну такое. Я бы поменял вообще. Ладно, давай до масла дойдем. Нам надо, чтобы начал он работать. Витя исчез, сейчас воды буду его искать. Где Витя, воды, где-то где воды взять? С бензином. Дистиллированный, да? Да хоть какой-то. Да бак есть там в боксе этих баков, 20-литровых валяется. С этого бак. Сейчас снимем, лампочки под капот, снимаем. Чего? Под капот поставим. Он лежит уже снятый. Ну, под капот мы его сейчас. Сейчас будет четко. Я верю, заборозит реально решает. Осторожно, не рви же, елки, новая же это. Руслан, я могу отвертку. Это же оригинальная вещь. Мне же надо еще. Чуть-чуть оказалось, покажи. Лампочка чуть-чуть не такая. Тут галогенка стоит. Но мы сейчас прямо с оптикой поменяем. И будет все хорошо. Так, фары установлены. Там болгарочкой доработали лампочки. Витя пытается включить, но что-то... Света нет? Сейчас, еще не включил. Помпу ищет пока. Витя, включи фары. Витя, включи фары. Не, наверное, не работает. Так, пилот. Понял. Первые шаги в новой машине. Вот это обязательно новый куплю. Так, а как же у тебя... А ну дай какие-нибудь классные коробки, что ли? Что? Что это такое? А, лампочка нужна была та, понял? Лошары. Ту, что испортили, понял? Оригинальная нужна. Макс сейчас разберет. Короче, мы из старой сделали... И старой сделали новую. А, эту сделали. А там не галогенка обычная и оптика под обычную. И в запоре стояла одна такая. Это жесть. Пока нет. А зажигание включено, да, не работает. А там подключено, Макс, сзади? Так, Макс продолжает неравную борьбу с фарами. Я звоню насчет помпы, Лехе. Шансы тают на глазах у нас, конечно. Ну, еще есть призрачные. Мы же будем доливать воду и ехать, Макс. Нет, это не проблема. Дай включать, Макс, я фуру пропущу. Что? Замыкает. Что-то замыкает. Чтобы не убило тебя током, главное. Макс говорит, может, Витя не то включил. Так, а как не то? У него четвертый УАЗ, он не мог не то. О, есть, есть, Макс! Блин, отражение! Отражение опять! Блин, второй раз уже мы так прокололись с отражением. Не, это четвертый УАЗ, он уже, да видишь, там что-то висит, оно там что-то подорвано, оборвано, короче. Только нам, ну, днем придется ехать. Отражение опять. Печка работает? Ну, печка, только мотор работать может. Да. Ну, где-то что-то там. Так оно отключено. Отключено все, да? Давай, Витя, давай бензин. Пошли с гольфа. Макс, бери канистру. Пошли, сейчас с гольфа сольем. Витя, я просто светом буду разбирать. Да нет. Сейчас предохранители посмотрю. Ну, давай, мы пока за бензином. Витя, давай бензин. Как свет появился? Где? Где свет? Где? Я бегу! Включай! Давай, Макс. Макс, давай.
Блин, у меня аж это... Ну, была премьера, понял? И что, я опоздал? Ёх! Ты прикинь, а повороты сделал? Сфоткай меня, сфоткай! Ёлки-палки, стань, стань, не успел! Да, габариты, Макс, у тебя все работает! Что-то мигает уже. Витя, сюда, смотри. Понял, Рос, поехали. Иди, посмотри, вместе с фарами, блядь. Блин, заводит с фарами. Не, ну я аккумулятор дал четкий. Фары потуши. Фух, блин. Так, друзья, лечу за бензином. Сейчас будем заводить, я думаю... Должно все получиться, он прямо аж хочет поехать. Ну, помпа течет, ну решили. Макс говорит, пока будем доливать, говорит, а утром поменяем. Ну, в принципе, она, кстати, может и... Ну, хотя вряд ли, конечно, она перестанет течь, если она уже так достаточно сильно потекла. Ну, можно, да, утром действительно купить и поменять. Время будет. Чуть-чуть. Можно просто доливать, в общем. Ну, у вас, вы сами знаете. Такая машина вот тут танковая у нас. Витя говорит, сейчас покупаем бенз и едем на танковую. Ну, это такой маньяк, что может и поехать. О, блин, нашел бензин рядом. Блин, я уже настроился ехать за 3-9 земель. А тут реклама. Макс говорит, проводка старого образца, релюшек нету. И с галогенкой тяжело. Так что там галогенка на 5-10 ватт, она мощнее? Или все равно не хватает, да, вот этого чуть-чуть? 160 и там 35 эта лампочка. Да нет, там 50, наверное. А тут 60. Ну, я уже так не помню, конечно. Бензин я взял. О, шикарно. Бензин взял, давай что-то делать. Уже изъял бензин из багажника незаметно. Режет дырку. Режет дырку, отверстие, правильно, да? Дырка в другом месте. Осторожно руку, я тебя прошу. И больше не вырежи, чем надо. Макс, помери диаметр. Надо штангель расчертить, сверло, станок, дрель. Но это не Макса методы. Чтоб плотно шланг был. Я полную не брал, чтобы не это, чтобы не выливалось. Помнишь, как мы на залупазе это? А, да, да. Это мы уже все проходили в далеких. Так плотно. Нам так далеко. Ох, красавчик, вообще. Сейчас будет экшен. Сейчас будет все. Будет оффроуд. Загляни, будет бензин. Качать. Потек откуда-то, да? А ну посмотри сюда. Иду. Так, где? Вот, видишь? Нашел, где потекло? Откуда? Нет. Ну, нашел. Качай, посмотри. Качай и увидишь. Ну, вон, видно. Видишь? Ага. Там что, плохо. На 14, а ну, посвети. Подтянуть? На 14. Ключ, тут, блин, полный хаос. Глянь, с первого раза нашел, офигеть вообще. Сейчас починит. Вот так мы боремся за победу. Над УАЗом. Оно. Все, не течет? Не течет? Не течет? Нет. Просто поджать надо было. Вон пошел бензин, видно, как идет бензин, видно. Как он идет. Да, а фильтр же, фильтр у тебя же есть, вон фильтр. Подожди, будет набираться. Что-то с этой стороны мокро. Или нет. Это уже, наверное, остатки. Сейчас может. Что там еще? Вытру. Давай. Габариты, смотрите, работают, все починено. Так, еще раз тест-драйв. Все вытерли. Все. Нормально, не течет? Да. Так набери, чтобы фильтр набрался этот. Что, заводим? Да. Заводим, говорит. Вот этот момент истины. Свет включи. Подсвечивай. Себя подсвечивай. Не хочет, говорит. Так, ну что? Что снимать? Мотор? А ну стой. Я сейчас... Что ты? Гонять хочешь? Да подогну вот это что. А, хочет еще подрихтовать. Да давай заведем, пока будет греться, будешь рихтовать. Не-не-не, это надо.
глянь, смотрите, что, что творит тут. Целые технологии идут. Рихтовка педалей. Чтобы не было. Они были отрихтованы в свое время. Полтора часа назад, но вернулись в исходное положение. Качественная сталь. Не дала им полностью. Мы там рихтовали сами педали, не кузов. Сейчас Макс кузов чуть подогнет. Макс, смотри, ты ту педаль гнешь. Да хорош. С монтировкой он тут. С собой возьмем ее, будем гнуть там уже в дороге. Педаль, а ну пробуй тормоз. Есть тормоз? Тормоз есть, да. Есть. Красавчик, заводимся. Когда выжимаешь сцепление, да, выжимаешь тормоз, то держится сцепление. И в газике так было. Да? А потом это для того, чтобы... Под горку. Да, под горку мог тронуть. Блин, советская техника. Ну что, заводим. Ё-моё. Вы видели такое? Сейчас Макс заведет его, я верю. Ну, Витя и говорил, схватывает и глохнет. Потом завели, работал четко. Попробуем уже на полном газу, Макс. Давай подсос, давай посмотрим. Подсос подключен, кстати, кажется. Подсос где-то подключен тут. Где-то я его видел там. Как вроде обрывает что-то. Подсос вроде подключен. Слышишь, я знаю, что ты сделал. Замок подключил, понял? Не-не-не, тут что в замке. Пацаны, мы поедем на ВАЗе разрываться. В замке, понял? Да, ты да, плюсовой да. провод вместе со стартерным подключил. Не-не-не, вот я его трогаю. Ага, замок плохой, да, Илюш? Брак? Да. Вот... Горячий? А зам... Блин, замкнуть бы напрямую. Замок что-то подводит нас чуть-чуть. Сейчас Макс снял замок, сейчас починит, сказал. Опа-па! Да ну... Давление двоечка. Подсос, газ. Ага, вот там проблема. Ускоритель не работает. Да, ну, наоборот. Там наоборот, не надо газ, пускай поработает на холостых. Так там воды мало. Давай воду. Воды в радиатор ты лил? Ну, сейчас налью. Давление двоечку держит. Да. Ракета. Ракета, а не машина. Что вам сказать? И зарядка есть, да? Ускоритель не работает. Да. Бомба просто. Не газуй, дай пускай. Ага, я понял. Да надо воду заливать. Я залил. Долил? Да, только что залил. Перемкни. Давай, может, карбюратор сразу посмотришь, Мак? Давай. Давай только я тебе куртку дам, давай. Куртку дать тебе рабочую? Давай. Да. Даю. Что ты исполняешь? Лампа тухнет, потому что ты завел. Все нормально. Так, продолжаем запуск. Я подсос убрал, потому что... Заливает, да? Там бы надо посмотреть. Карбюратор бы, конечно, там может что-то не в порядке. Да.
Макс продолжает неравную борьбу. Не, ну, радует то, что уже произошел положительный сдвиг. Макс продолжает бороться. Тут подозрение на замок. Это не замок, Макс. Не-не-не. Сейчас не замок, а был замок. Я его сделал. Починил? Заливает, воняет бензином ужасно. Потому что я чуть иногда подсос вытягивал, пробовал. Да надо посмотреть, но так все равно же ехать невозможно. Надо открыть конечно, и... Конечно, сейчас. Что, ты ехать хочешь? Отходите, да. УАЗ едет. Прячьтесь под... Там бэха стоит, Макс! Подожди, я дверь не закрыл. Сопротивление большое, ветра, блин. У тебя из-за этого проблемы. Сейчас я ему буду помогать. Давай, вроде ты едешь. Газуй губами. Черт, блин. Макс продолжает борьбу. Какой-то тут. Там надо в воздушный фильтр заглянуть, там непонятно, воздух хоть туда доходит или нет. Игорь, давай ему поможем. Поворот, поворот. Поворот, включай. На передаче видел? Осторожно, бэха, блядь. Я ему говорил уже. Давай, давай. Понижайку включи, чтоб легче. Понижайку включи. Ты дай нам толкать хоть помочь. Ну что, стой, открывай ворота. Тихо. А он гонял же на нем, у него опыт. Макс попер на стартере электромобиль. Заходим. Давай. Хороший аккумулятор. Хороший стартер. Вообще неплохая машина. Хорош, все. Так, Макс уже читит. Он занял свою привычную позицию. Да, да, да. Ты тоже, да? Я тоже глянул, и у меня сразу ностальгия. В этой позе он тоже врожденный в УАЗе номер... Номер один. А ты же раньше родился. Ленд Ровер купил, поэтому из холода и вышел. Да, да, Ленд Ровер срочно в понедельник продажу его. Завтра выставляем, завтра. Какой понедельник? Что там творится внутри? Сейчас я встану выше. Что там, сильно грустно? Ну и ускоритель забит, наверное, точно. Давай, буду светить. Ох, там елки, что-то грязное или нет? Не, брызгает что-то там. Что-то брызгает. Да. Окошко есть, да? Угу. Сколько там? Пол окна? Пол окна, да. Сейчас известный карбюраторщик, я думаю, восстановит все. Грязный он, наверное, да? Не, ну тут оно типа все равно кипит. Непонятно. Починят, наверное. Говорит, какого-то клапана там нету. Игла держит. Простейший карбюратор забиваться. Не, ну забиться сюда чем-то можно. Произвести. Да, интересно. Как он будет сейчас работать? Попадем мы на оффроуд или нет?
Что, ты уже все почти собрал? А, еще крышку. Вот крышка, ну такой, конечно, в саже. Да, его бы хорошо. Его бы хорошо замочить бы, да? Да, да. Чтобы он откис. Ну, какое-то время. Это для любого карбюратора хорошо, такого бэушного. Хотя бы, чтобы как-то он более-менее, чтобы начал чуть-чуть работать. Там потом разберемся. Витя не настроен на ТО. Говорит, все равно все будем менять, переделывать. Там у него серьезные планы. Ну. Ага, это не отсюда иголку они поставили. Не отсюда иголка, да? Нет. Потому они. И подогнута так, да? Да. Поплавок, да, был. Ужасного подогнута, конечно. Так, ну сейчас посмотрим. Может, что-то полегчает хоть чуть-чуть. Да, конечно, полегчает. Иголка, видишь, не давала ему дышать вообще. Так, Руслан, надо воды набрать. Добавить? Да, нет воды, и она там капает внизу. На второй запуск Макс меня отправляет. А, там же пустой карбюратор. Блин, дверь очень жестко открывается. Ограничителей тоже нету. Накачал? Блин, первый раз я на запуске. Ого, тут замок. На нейтралку поставил. Это понятно. Заводи, говорит. Так замок надо поставить. Давай. Что-то пока ничего это, может, не изменилось. Не это... Стреляет в карбюратор. Раннее зажигание. Стрельнуло в карбюратор жестко. Так огонь такой. Вопрос с зажиганием. Стрельнуло. Непонятно. Сейчас я чуть раньше. Да вон там. Макс регулирует. Ух, елки, огонь там такая. Такой экшен тут под капотом, надо выходить наружу. Да что-то так стреляет. Или этот самый, или метки что-то с метками неправильно. Думаешь? Ну а там трамблер, может, не попал. А может, прогоревший цилиндр какой-то? Да вряд ли. Ну давай компрессию померяем, если есть чем. Давай. Ну я газ нажимала, но стреляла. А если бензин, видите, так вот лить. Не, то опасно. Так, что там опасно? Да были моменты там у нас. Ну вообще, да, мало это, Макс. Маленький уровень в окошке. Ниже половины, да? Нормально. Больше нормально, половины, да? Больше половины. И на подсосе не заводится тоже, да? Да. Сатор этот. Ну, поменять надо его. Они обычно... А, слышишь, может... Скорее всего, это конденсатор, да. Не то, что это херня была. Что там с зазором? Зазор я сегодня смотрел. А, ты смотрел уже? Ага. Может, посмотреть его меньше из-за... Кстати, похоже на конденсатор. Чисто лазовский движок, да? Сейчас я выключу. Да. Хочется ноздри прогнозить. Да, похоже, что что-то... Зажиганием, да? Ну да, или с трамблером, или... А, вот, смотри, какой... Ни хрена себе, 2-3 раза увеличивается.
Да. Угу. Да ты сильно шатал просто. Так, еще раз тест-драйв. Стреляет и туда, и сюда. Сейчас без огня на камеру не хочет полыхать. А еще может быть на бегунке предохранитель. Бегунок 2-4, вот так. Перепутанный может цилиндр, кстати. На стрельбу похоже. Сейчас если клапана, посмотрим. Выставляли клапана, да? Да не, ну ничего не выставляли. Просто может его, он-то был разобран, капиталку делали, может собрали. Похоже, что пару цилиндров перепутано. Все залито, черное. Так, хорошо. Верхний мертвый точки. О! Стоп, стоп. Вот она. Есть? Вот она, да. Но это может быть и четвертая, может быть и первая. Да? Вот это четвертая, это первая. Так. Есть. Помпа вот так сильно течет, лужа просто моментально. Течет как из ведра. А вот видно, что как течет. Ну да, так далеко не уедешь. Это просто не течет, а льется. Ага. Жестяк. Сейчас порядок работы цилиндров проверим. 1, 3, 2, 4, по-моему. Вот так вот там. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Во. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. У нас получается 1. А, вот. Тогда надо вот эту. С этим, да? А, ну, мы можем там. Так, получается. Раз. Так, первый вот. 1, 2. Он же ж против часовой крутится. Против? Против часовой. Ага. Ну, 1, 2, 4. 3. Ну все правильно тогда. Да. Угу. Мы можем попробовать поменять. Да? Вот так. Можем ли так попробовать? Не знаю. Сейчас узнаем, если огонь будет выше вылетать, значит еще неправильный. Так, опять. А, 1, 2, 4, 3, да? 1, 2, 4, 3, да. О, я же говорю, как ты... Ну, нормально. Но мы на правильном пути, судя по выстрелам. Сейчас заработает. Меняй все варианты, короче. Первый с четвертым? Может. Может, да, они там... Напутали. Так, ждем фейерверк. Ух, ну карбюратор прочистится нормально. Ну, да. Так, Макс вернул. Повернут был неправильно. Все, починил. Починил. А что, как ты что-то сделал? Трамблер повернул. Блин, как хорошо заработало. О, работает. Правильно поставили этот. Трамблер? Трамблер неправильно вставили, да? Привод трамблера. Привод трамблера сильно сдвинут, видите, до конца. Все, починили, полетели. Что, на оффроуд? Сапоги одевать, Макс? Сейчас, пусть прогреется она холодная. А, воды надо долить, воды долить. Там течет, как из ведра на самом деле, Макс. Там, похоже, даже не как с помпы течет, или с помпы течет. Или просто ее там без герметика прикрутили.
Там просто течет ручьем оно. Блин, как хорошо работает мотор, слышь? Да. Холодная еще она. Мотор отлично работает. Сейчас на подсосе Макс хочет попробовать. Не, на подсосе глохнет. Трамблер? Чтоб зажигание раньше надо, да? Нет, надо... Трамблер метка в 3 раза зазор увеличивается, уменьшается. Ну она холодная еще, что ли? Ну, плюс и холодная, плюс и вот эта беда. Так, что уровень? Упал? Еще нет. Так, это что у нас? Снижается потихоньку. Макс подогнул немножко. Уровень уменьшил. Поплавочек. Что там, вода? Давай. Тут воду нам поднесли. По новым технологиям будем доливать. Слишком уменьшили. О, сейчас правильный уровень, да? Не-не. Надо чуть выше половины. И половину можно или нет? Пока нет. О, аж хлюпнула. Откуда хлюпает? Вот? Пошла. Пошла. Где-то хлюпает аж оттуда. А, блин, надо... Хорош! Все, полный. Да, да, спасибо. Что-то хлюпало откуда? Надо закрутить было. Ну то, что я говорю. Ну, результат пока есть. Регулировка продолжает. А, тут на подсос вообще тяжки нет. А, тяжки нет на подсос? Она холодная, сейчас не объективно, надо подождать. Вот подсос. А, пробку закрыть надо. Нет, маловато есть. Да не, нормально. Половина есть? Меньше половины. Откручивай, добавляй. Что при расход будет. При разбитом трамблере, когда на себя натягивает при разбитом подшипнике, когда вакуум на себя тянет, меняется зазор. И его типа заглушили. Так, Макс подрегулировал уровень опять очередной раз. Чуть повысить надо было. Ждем уровень. Чуть больше половины. Сейчас типа правильно.
видишь, не сгорает. Не дозаливает, нет, наоборот, не дозаливает. Она еще холодная тут, даже объективно. Да, в принципе, мы можем ставить назад воздушный фильтр. Говорит, вода. Половину вы. Ну я ж тебе говорю, оно нормально, как оно будет работать. Надо на воде. Ну да. Да, фильтр жесть. Такое там болото. Масло с водой. Все, уже новый. Уже новый. Все идеально. Так, заливаем масло. Набрал Андрюхе, Андрюха говорит, надо, подъезжайте. Трамблер есть, помпа есть, целый мотор валяется. Снимайте и катайтесь. Давай. Работает почти. Что-то там подогнул. Холостые маленькие, да? Все, починили. Почти. Холодной все равно, но не объективно, да. Снять помпу надо. О, аж дышать легче. Когда светло? Угу. Тепло уже чуть-чуть от мотора идет. Оживает. Где течет? Вид у нее, конечно, не новый, я тебе скажу прямо. Может, с этого, слышишь? С прокладки или вон датчик закручен, не с датчика. Да вон там течет, как из ведра с нее. Угу. Да не откручена, конченая. Так, на нее, глядя на нее, то вряд ли это. Мотор с капиталки, может, головка только с капиталки, ну непонятно вообще. Тут что-то пумка получается. Ну, да, наверное. А тут что-то такой колхоз какой-то. Вот отсюда получается, без бежала. Стекло как из ведра просто, да. Ну тут состояние ее просто, мягко говоря. У лифта нету, ты знаешь? Есть же ремкомплект, можно поменять. Вот, смотри. Да, да, ремкомплект есть, резиночки продаются. Да. Что там? Конечно, машина ездила на воде. Все там мрачно. Ключевое, что уже заводится. Друзья, ну что? На сегодня, наверное, все. Помпа снята. Болтики нашли. Клапаны откручены. В общем, немножко на сутки раньше надо было начинать подготовку. И можно было выехать. В принципе, машина хорошая. Вы все видели. Подписывайтесь, делитесь. Я думаю, скоро поедем на ней на оффроуд. Завтра все-таки не, наверное, не успеем. Бензобак есть уже. В общем, много чего сделали сегодня. А кузов еще не прикрутили. Вон есть подушечки кузова с болтиками. В общем, пока все. Аппарат огонь.
Всем спасибо, подписывайтесь, делитесь. До встречи. Всем пока.